Большой объезд совершили главу поселения Заинского района в рамках выездного семинара на пленарной части, посетили территорию Урсаевского, Новоспасского, Поповского, Оксаринского сельских поселений, а также объекты микрорайонов Заинск-2 и Мирный. На территории Дуртмучинского сельского поселения участники семинара посмотрели детскую площадку и объекты противопожарного обслуживания. В деревне Дуртмунча участники семинара побывали в гостях владельца личного подсобного хозяйства Халилю Разманова. В хозяйстве содержится 12 голов крупного рогатого скота. Сам глава семьи – механизатор, жена в этом году получила диплом ветеринара, чему в селе очень обрадовались. Высококвалифицированные специалисты здесь в цене. В честь получения диплома Гульнарю Размановой вручили подарок от родного села. От нашей имени пока, давай поздравьте, пока пожалуйста. Пока с вами здоровается, да? Да, пока с вами здоровается. Подарок. В деревне Кабан-Бастрык участники семинара познакомились с работой успешного владельца личного подсобного хозяйства Каима Бурханова. 8 лет назад решил заняться животноводством. Начал с крупного рогатого скота. Постепенно остановился на овцеводстве. Сейчас у него 500 голов. Каим доволен, хозяйство развивается, баранина на рынке раскупается быстро. Особую ставку делает на сельскохозяйственные ярмарки, где у Каима давно есть свой покупатель. На данный момент я уже такой вышел, как сказать, ну, такой хороший результат, что уже как бы можно уже заниматься. Ну, в плюс тому, то, что здесь в Заинском районе очень хорошо, то, что у нас свои здесь ярмарки есть. Для нас, фермеров, это необходимо. Кроме овец, летом у Каима Бурханова успешно выращивается и реализуется зелень. Сейчас серьезно задумался о разведении крупного рогатого скота. Планирует вступить в одну из государственных программ поддержки сельчан. Сейчас у него работают порядка 7 работников. Планируют в будущем количество увеличить. А это новые рабочие места для местных. Пленарная часть семинара прошла в сельском доме культуры, где были подведены итоги семинара и обсуждены актуальные вопросы для села. Елена Маврина, Денис Ипатов, Александр Тимофеев. Новости Заинска.